Знаете, что я вам хочу сказать? Никогда не спите ночью на гамаках. Это ужасно. Всем привет, всем доброе утро. Знаете, что я вам хочу сказать? То, что ночью меня сожрали комары на этом гамаке. Угу. Да, именно так. Я живу в кайф, потому что жизнь у нас одна. И нужно все делать, успевать. Мой ребенок находится вместе со мной. Кусочек кашу. Я похожа на наркоманку? У копьяника. Значит, да. Ребят, ничего личного. Миля просто решила его сожрать. Да, Миль? Макса не люблю. Развалились. Шонку не люблю. Такую херню, конечно, не несут. Просто. Чё за дурдом? Я, конечно, понимаю, то, что быть содержанками очень классно, и я ей являюсь, но Паша уже занят. Найдите себе других людей, которые будут вас содержать. Понял, я?